Откройте, пожалуйста, 72-й псалом. У кого есть Библии, хардкапи, очень хорошо. А в прошлый раз на примере 72-го псалма Асафа мы говорили о том, что делать, когда мы страдаем. Если кто не слушал эту проповедь, вы можете ее послушать на интернете. Неожиданное горе обрушилось на этого человека, Божьего служителя, который пел, который сочинял музыку, играл и был автором псалмов. И он настолько смутился, что он даже стал смотреть в этом горе, скорее всего, у него была неизлечимая болезнь, на неверующих людей, на нечестивых людей. Он стал им даже завидовать. После долгих душевных мучений он пошел поклониться Богу в святилище, и Бог ему там открывает во время этого поклонения, что произойдет с ними и что он имеет в Боге. То есть в момент его прославления Бога, наслаждения, общения с Ним, он делает очень много выводов для своей жизни. Основные четыре вывода, которые мы сделали, первые, что необходимо человеку делать во время страданий. Это молиться, посмотрите, здесь он обращается к Богу. В 76-м псалме, я на этой неделе читал псалом и псалмы, и думаю, как я не мог в той проповеди это место вспомнить. 76-й псалом, тоже Асаф написал, 3 стих. «В день скорби моей ищу Господа». «В день скорби моей ищу Господа». Что я делаю? Я ищу Господа. «Рука моя простерта ночью не опускается». То есть это символ молитвы. Второе. «Не замыкаться в себе, но искать общение с другими верующими людьми». То есть Асаф, трудно ему было понять, что с ним происходит. Он задает вопросы, зачем вообще я старался в этой жизни, если вот такая участь меня постигла. То есть не надо замыкаться в себе, ищите общение с другими верующими. Вместе с ними поклоняйтесь Богу. Асаф пошел во святилище, он там все понял. Третье. Нужно признавать господство Бога над своей жизнью. Это очень важно. Мы не знаем, почему и что случается с нами, но нужно признавать, что Бог – это всевластный Творец. Он нами распоряжается, нашей жизнью Он ее дал. Помните, Иов говорил, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенное. И четвертое – искать Божью волю в Его Слове. В 118-м псалме написано 25 стих, «Душа моя повержена в прах, оживи меня по Слову Твоему». Вот я повержен в прах, а Ты меня оживи по Слову Твоему. Божье Слово, оно оживляет нас минуты отчаяния, минуты душевных мучений. Оно помогает нам обуздывать наши эмоции. Когда приходит горе, когда приходят какие-то страдания, когда наши эмоции выходят из-под контроля, Божье Слово, оно помогает нам их обуздывать. Поэтому апостол Павел призывает христиан припоясать чресла нашего ума истиной. Только истина, она способна это сделать. Только истина помогает нам для того, чтобы мы могли их сдерживать. То есть это не значит вот в тот именно момент, когда пришли бедствия. К этому надо готовиться каждый день. Нужно пропитывать свое сознание божественной истиной для того, чтобы когда придут страдания, когда они сожмут нас, из нас потекло то, что в нас есть. Кроме того, Асаф обнаруживает великие блага и преимущества, которые он уже имеет в Боге. Это мир с Богом. 23 стих, конец 23 стиха. «Я всегда с тобою, защиту и охрану», конец 23 стиха. «Ты держишь меня за правую руку». Он может получать советы от Бога через Писание. Это начало 24 стиха. «Ты руководишь меня советом твоим». «Гарантированное будущее с Богом, потом примешь меня в славу». Это конец 24 стиха. И самой главной ценностью, которую он открывает для себя и для нашей души, является сам Господь Иисус, или Бог. Он говорит в 25 стихе, «Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле». Сав как бы напоминает нам о том, что все мы являемся гражданами неба, и земля является нашей временной остановкой. Поэтому с Богом можно решить любые проблемы. Помните, Павел писал верующим, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть нам необходимо напоминать себе,
что страдания – это неотъемлемая часть нашей жизни. Вот ребенок, когда рождается, почему он кричит? Кто знает? Мамы. Почему ребенок кричит, когда рождается? Потому что появляется дыхание, его легкие должны раскрыться, и он испытывает боль. То есть первое, что ребенок испытывает, когда проявляется в этот мир, он испытывает боль и от этого кричит. Но врачи радуются, что он кричит. Все, легкие раскрылись. То есть наша жизнь, она пропитана болью и страданиями. И мы должны это понять. И если мы имеем какой-то период жизни благоденствия, мы должны радоваться этому, наслаждаться этим. Потому что, как сказал один раввин, не всегда так будет. Не всегда так будет. Сразу же после грехопадения первых людей, помните, Бог объявил первым людям, что человечество вступило в новый период, который будет связан со скорбями, постоянной враждой, вражду положу между тобою и семенем ее, тяжелым трудом и болезнями, и тлением, в скорби будешь рождать детей, а вы, мужья, вы, братья, вы, мужчины, вы будете работать в поте лица, у вас будет, вы будете недосыпать, вам будет тяжело, пот будет падать с вашего лица, да, голова будет болеть, давление будет подниматься, артриты будут крутить и так далее и тому подобное. Да? Самый древний писатель Библии, праведный благочестивый Иов, он познал неизбежность страданий в жизни человека на своем собственном опыте. В этой книге есть такие слова, Иова 5:7. «Но человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх». Мы рождаемся на страдания. Искры могут возникать по различным причинам, да? От горящего костра, что символизирует горнило испытаний, или же от столкновения предметов каких-то, тоже искры появляются. Мы сталкиваемся с какими-то трудными обстоятельствами, они не должны побеждать нас, но через них наш взор должен устремляться вверх, обращаться к Богу. В нем мы находим источник нашей победы и радости. Человек рождается, чтобы страдать. Некоторые люди страдают всю жизнь. Мне пришлось с одним человеком беседовать на этой неделе, который сказал мне, почему я страдаю всю жизнь, почему я таким родился и почему я страдаю всю жизнь. Мы страдаем иногда, заболеем, а некоторые страдают всю жизнь, от рождения и до конца жизни. Цель страдания не для того, чтобы уничтожить нас, чтобы помочь нам наш взор обратить к Богу, чтобы найти утешение в Боге. Иов говорит в 14 главе 1 стих, «Человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен печалями». Я взял два перевода здесь, видите, английские. В одном написано «full of turmoil», в другом написано «full of trouble». Слово «пресыщенный» – это сытый, полный, насыщенный, довольный. Он буквально пропитанный весь печалями. Слово «печаль», кстати, не совсем точно переведу на русский язык. Оно буквально означает гнев, ярость, несчастье, беда, горе, печаль, страх. То есть все это вместе. Человек, рожденный в этот мир, он пресыщен и гневом, и яростью, и несчастьем, и бедой, и горем, и печалью, и страхом. И Моисей в 89-м псалме, он как бы подтверждает эту мысль. 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Фраза, которая связана здесь со словом «труд», буквально означает «гордость, суета и спешка в труде». «Гордость и суета и спешка в труде». Некоторые люди неправильно объясняют этот текст. Моисей не радуется, а сожалеет от того, что лучшая пора жизни человека проходит сначала в суете и труде, которым они, кстати, гордятся люди. Вот я достиг чего-то, вот я заработал, какой я крутой. Но все это достается большими мучениями.
Слово, переведенное на русский язык как болезнь, буквально означает труд, работа, изнеможение, страдание, мучение, бедствие, горе, несчастье, беда. Вот в чем проходит человеческая жизнь. Так в суете, если у человека нет цели жизни, проходит его жизнь. Бог буквально по отношению к некоторым людям в Писании написано: «Ты погубил дни их в суете». Ты погубил. То есть они посвятили свою жизнь суете, вот этим постоянным метанием, мучением ради чего-то. И вся жизнь у них так пролетела, и к концу жизни они проходят и говорят: я жизнь свою прожил бесцельно. Конец этого псалма, конец и контекст этого псалма говорит о скоротечности жизни. В нем высказывается сожаление о бренности человеческого тела, о греховном проклятии этого мира. 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, ярости Твоей, мы в смятении, тление, оно царствует в этом мире. Все творение подвержено тлению. Ты положил беззаконие наше пред Тобой, тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Грех принес трагедию для человечества, страдания, ужасы. С тех пор боль является неотъемлемой частью нашей жизни. Одна артистка российская как-то сказала: «Здоровье тогда, когда болит в очередной раз, но не в том месте, где раньше болело». Поэтому основная часть жизни человека проходит в борьбе за выживание, переживаниях, болезнях. Мы настолько привыкли здесь, на Западе, к комфортной жизни, что любое страдание, любое вот какое-то переживание воспринимаем как что-то странное для нас. Я помню, когда в 90-м году, в марте месяце, 20 марта, мы прилетели сюда, в Америку, мы имели с собой 4 чемодана. Это все, что нам разрешили вывезти тогда из Советского Союза. А нам все говорили: сейчас рецессия. А мы говорим: что это такое? Полный холодильник продуктов, тебе платят за квартиру, тебе дают деньги еще на питание. Это же вообще благоденствие. Сегодня, имея много, мы... рецессия может наступить. Мы начинаем накручивать себя и начинаем переживать, что кто-то где-то из нас может что-то потерять. Петр писал верующим, которые переносили трудности, скорби и переживания. 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр увещевает христиан, чтобы они не воспринимали страдания как что-то необыкновенное и странное. Во-первых, тут написано, что Бог посылает это испытание, но вам посылаемое для определенной цели, для нашего духовного возрастания, поэтому сам Бог его и контролирует, естественно. Во-вторых, наша земная жизнь, она наполнена страданиями, поэтому не стоит удивляться и ужасаться, когда они в очередной раз приходят в нашу жизнь. Сегодня мы поговорим о том, что необходимо делать во время страданий христианину. Христианину, который живет в 21 веке, который имеет полный канон Библии, 66 книг, который является возрожденным христианином, который является членом церкви, который искуплен, который является Божьим детем. Что делать христианину во время страданий, когда бедствия или какие-то страдания приходят в его жизнь? Нам необходимо смотреть на Христа, думать о Христе и подражать Христу. В нем источник нашей победы. Первое, что необходимо делать, это смотреть на Христа. Целью земной жизни было не только совершить наше искупление, братья и сестры. Целью земной жизни было оставить нам наглядный пример для подражания. Помните, до того, как началась эта война, и мы начали проповедовать об этих бедствиях и страданиях, до этого я проповедовал об ученичестве. То есть основная цель и основное великое поручение заключается в том, чтобы мы могли стать учениками Христа и других сделать тоже учениками Христа.
Именно учениками Христа. Не нашими учениками, а учениками Христа. В последний вечер Христос сказал ученикам, Иоанна 16:33, «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он не сказал им, возможно, когда-нибудь в вашей жизни будут какое-то переживание. Он сказал, нет, вы будете иметь скорбь в мире. Вы ее будете, вы непременно будете иметь скорбь в вашей жизни. Нам иногда трудно с этим согласиться, мы протестуем, но нам необходимо учиться среди этих скорбей сохранять внутренний мир, который Христос нам дал. Я помню, лет 25 тому назад здесь, по центру Америки, прошел сильная торнадо. Разрушил много домов, люди погибли. Назойливые журналисты хватают кинокамеру, находят человека, у которого только что развалило полностью дом. Он стоит на фоне своего разваленного дома, они спрашивают, «How you feel?» «Как вы себя чувствуете?» Мне понравился его ответ. Вся Америка смотрела на его ответ. «Don't ask God why. Ask Him what the message is». Не спрашивайте Бога, почему, но спросите Его, что ты хочешь мне этим сказать? Я думаю, потрясающий ответ. Ничего не осталось. У этого человека есть Бог, и он хочет узнать, почему, Господи, ты допустил эти страдания, это бедствие в моей жизни. В этот вечер, в последний вечер, Христос сказал ученикам, «Я дал вам пример». Я дал вам пример, чтобы и вы делали то, что я сделал вам. Помните, он умыл им ноги ученикам. Я ваш Господь и Учитель, он говорит, это точно так. И я хочу, чтобы вы научились от меня, чтобы вы поступали так, как поступаю я. Метод «делай, как я» считается самым эффективным в обучении действиям. Для этого необходимо показать идеальный образец или модель поведения, чтобы ученик в дальнейшем скопировал ее и воспроизвел вот эту модель поведения своего учителя. Очень трудно показать универсальный образец для разных людей. Люди разные по возрасту, темпераменту, по интеллекту, по характеру. Для этого требуется очень высокий уровень доверия и уважения к своему учителю. Так вот, братья и сестры, образец поведения Христа во время Его страданий подходит абсолютно ко всем христианам, независимо от их возраста, их образования, их национальности, потому что Он идеальный образец. И более того, потому что силу для перенесения этих страданий они получают от самого Христа. Павел пишет Ефесянам, «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века». «А тому, кто действующую в нас силою». Нет, не я, но Христос во мне. Это Он может дать мне силу для того, чтобы я прошел через трудности и переживания. Сила Христа уже действует в нас. Его силою мы возрождены для новой жизни. И нет ничего того, что невозможно сделать с этой силой. В садах Нерона в первом веке христиан сжигали на столбах. Их привязывали на столбы, обмазывали их смолой, а потом поджигали, в то время, когда гости у императора Нерона веселились. Несмотря на эти мучения, очевидцы говорят, они пели песни. То же самое происходило на аренах амфитеатров. Когда христиан бросали на сиденье зверям, они тоже пели песни. Они вели себя совсем не так, как другие неверующие люди, которые тоже там страдали на аренах римского амфитеатра. Апостол Петр писал верующим, которых преследовали и гнали за то, что они были христианами.
1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Верующие в первом веке страдали и не могли понять, почему это с ними происходит. Они ожидали наступления Царства Небесного как можно скорее, но оно не приходило. Более того, приходили страдания. Нерон, который сжег Рим, обвинил христиан о том, что они являются виновниками этого пожара, и людей стали гнать, их стали арестовывать, их стали преследовать. Их стали убивать. А Петр говорит, а в этом ваше призвание? Это призвание ваше, чтобы вы, когда вы страдаете, смотрели на своего Искупителя Иисуса Христа и шли по Его следам, глядя на Его пример. Слово «пример», греческое слово «хупограммос», это когда учитель берет какой-то текст или какой-то рисунок и говорит ученику, скопируй его, сделай копию. Он оставил нам пример, чтобы мы, глядя на него, могли копировать образ его поведения, когда нам больно, когда нам трудно. Самая высшая цель христианина – это смотреть на Христа, на его поступки и стремиться ему подражать. Римлянам 8:29 об этом написано. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Слово «образ» в этом тексте указывает на пример, на образец. В этом наше призвание. Бог предопределил нас не только ко спасению, но Он предопределил нас быть светом в этом мире, для того, чтобы мы могли сиять, как светило в этом мире. Для того, чтобы мы могли отражать образ Христа, для того, чтобы мы могли подражать Ему, чтобы мы были подобными образу Сына Его. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы смотрим на этот образ Христа, мы смотрим на Его славу, даже в страданиях, и мы преображаемся в этот образ. Взирая на славу Христа, мы постепенно, но постоянно преображаемся в образ нашего Спасителя. Для этого нужно верой смотреть на Христа, а не на людей. Давид хорошо понял секрет этой силы. Секрет этой силы от ежедневного общения с Богом и созерцания Божьей красоты, от созерцания славы, от общения с Ним. Поэтому в 16-м псалме в конце он воскликнул, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». «I will be satisfied». Это так, что я уже насытил свою душу. Не просто утром встал, быстро помолился, сегодня читал, сегодня молился, сделал отметку. Нет, я хочу насытиться Твоим образом. Я хочу, читая молитвенно Твое Писание, пребывая с Тобой в общении, я хочу насытить свою душу. Я хочу испытать радость общения с Тобою. Евангелие подробно описывает нам, как поступал Христос, как Он говорил, что Он, как Он отвечал на вопросы, как Он противостоял искушениям, как Он реагировал на различные обстоятельства. Петр приводит здесь подробности страданий Христа, он обращает внимание на реакцию Христа. Еще раз посмотрим на этот текст, посмотрите, начало 22 стиха. «Он не сделал никакого греха», то есть Христос страдал несправедливо, но Он был обвинен в мятеже против римлян, также в богохульстве. То есть это несправедливое обвинение. Вас когда-нибудь обвиняют несправедливо? Или нет? Я думал, только меня. Мы всех, бывает так, что нас кто-то обвиняет, да? Какую-то сплетню кто-то пустит и так далее. Мы все бываем жертвой каких-то несправедливых обвинений. Он показал всем нам пример, как нужно страдать, чего, к сожалению, у многих из нас не хватает. Он оставил нам пример, чтобы мы, глядя на Него, могли подражать Ему.
не ссылаться на кого-то, Ему подражать. Во время страданий Христос не согрешил, Он не злословил людей. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, Он не проклинал своих палачей, даже тогда, когда в Его руки и ноги забивали гвозди без наркоза. Возникает вопрос, почему Христос не угрожал им? Почему Он не говорил, ну подождите, я воскресну, я с вами разберусь. Вот придет тот день, когда я буду как владыка сидеть на престоле, и там я буду вас судить, там вы получите по полной программе, я отправлю вас в гиену огненную на вечные мучения. Почему ничего подобного не происходило в тот момент, когда ему было ужасно больно? Потому что мы всегда говорим то, что находится внутри нашей души, нашего сердца. От избытка сердца говорят уста. У Христа не было внутри ни зла, ни горечи. Он поэтому никого не обзывал, никому не угрожал. Он не затаил обиды на кого-то и не лелеял ее до своего воскресения. Более того, Библия говорит нам, что он во время своих страданий, помните, молился за своих палачей. Он говорил, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Во время страданий Христос не ожесточился. Он не стал хуже, чем был до страданий. Наоборот, в страданиях проявились лучшие качества его характера. Мучения не изменили его, но показали, кем он является внутри, кем он является реально. Мучения и страдания, они проявляют нас. Кто раньше занимался фотографией, сфотографируешь, потом в темную комнату заходишь, и там есть такой проявитель. Белый лист туда опускаешь, туда, и вдруг смотришь, о, появляется изображение. Страдания проявляют, кто мы есть на самом деле. Мы иногда говорим, он меня довел, или она. Вот если бы они так не сделали, если бы они не сказали, я бы не обижался. Я бы так не говорил, я бы тебя так не вел. Но наша реакция реально проявляет, кто мы есть на самом деле. Не он, а я в этом виноват. Поэтому мы должны идти по следам его, не по следам ее или какого-то человека, а по следам его нужно идти, когда с нами что-то происходит. Повторять за ним то, что он делал. Он, Бог, будучи здесь на земле, отдавал суд в Божьи руки, но предавал то в судье праведному. Конец 23 стиха. Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Очень часто мы оправдываемся за свои неправильные поступки. Ну, я же не Христос. Вот Христос, вот он так. Мы забываем, что Христос родился от обыкновенной девушки Марии, как человек. Он воспитывался в небольшом городке Назарете. Он рос как человек, он работал как человек, был плотником, столяром. Он жил в обыкновенной семье, он не был особенным, он страдал, как обыкновенный человек. Он не обладал защитой от боли. Он страдал от ограничений человеческой плоти. Почему? Потому что он голодал, тот, который все дал, голодал, он испытывал боли, точно так же, как мы с вами. Пророк Исаия называет его мужем скорбей, 53 главе. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Слово «муж скорбей» буквально означает «человек боли». Он был человеком боли. Уж кто-кто, как не Христос, заслуживал лучшего отношения к себе во время его земной жизни, но люди его не приняли. Пришел к своим, а свои его не приняли. Они отвергли его, они показали ему полное пренебрежение. Он был презрен и умолен пред людьми. Братья и сестры, они, эти люди, это мы с вами.
Это мы не хотели смотреть на страдающего Христа. Это мы не хотим копировать свои жизни и подражать Ему, и ищем какие-то оправдания для себя. Он был мужем скорбей и изведавший болезни. Слово «изведать» означает узнать, познать. Христос жил в идеальных условиях. Херувимы, ангелы, они служили Ему в Его царстве. Они воздавали Ему славу, но на земле Ему пришлось испытывать презрение от людей и познать, изведать, что такое болезнь, что такое боль, что такое страдание. Слово «болезнь» в этом тексте буквально означает скорбь, досада, немощь, болезнь или недуг. В английском переводе, в некоторых переводах используется здесь тоже в этом переводе слово «гриф». Он изведал горе. Воплощение Христа было величайшим чудом, которое непонятно было и ангелам, и даже дьявол не мог понять, как Божий Сын мог воплотиться в человека. Вот поэтому Он его искушал. Искушал самыми обыкновенными способами, которые Он искушает нас. Голод, гордость и слава. Если бы Христос не был подобным нам, человеком, любой бы из нас мог сказать бы, ну, ты не знаешь, как нам тяжело. Но, братья и сестры, Он не обладал привилегией для того, чтобы не переносить эти скорби и не ощущать эти страдания, как мы с вами. Он во всем уподобился нам, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что Он не истинный человек. Евреям 2:17 написано, Он должен был во всем уподобиться братьям. Сестры туда тоже входят. Помните, первый человек согрешил, он не смог исполнить Божьи заповеди, поэтому Христу нужно было стать тоже человеком для того, чтобы исполнить эти заповеди, которые не исполнил человек, и удовлетворить Божью справедливость. Апостол Павел неоднократно подчеркивает роль Христа как человека в исполнении плана нашего спасения. 1 Коринфянам 15:45. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. 47 стих. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти человека. И можно добавить, Он явился во плоти человека со всеми вытекающими оттуда последствиями. Библия не случайно в деталях, в подробностях описывает страдания Христа. Не для того, чтобы вызвать у нас сожаление ко Христу. Не для этого некоторые евангелисты по несколько глав посвящают это. Для того, чтобы мы могли смотреть на этот образец. Помните, Пилат выводит избитого, окровавленного, из, возможно, опухшего от ударов Христа и говорит, «Это человек! Посмотрите, что вы с ним сделали!» Трудно было в таком человеке узнать Сына Божьего, Царя царей, Господа господствующих, когда Его бичевали, когда над Ним издевались, когда на Него плевали. Ему было больно, трудно, скорбно, но Он проявил лучшие качества своего характера. Поэтому сказано о Христе Евреям 5:8, «Хотя Он и Сын, то есть Божий Сын, однако страданиями навык послушанию». В страданиях Он вопиял к Богу Отцу. У Него была особая привилегия с Богом говорить на «ты». Это был Его Отец. Но у Него самого по-прежнему была вот эта отчужденность. Он понимал, что Он должен это нести. Но у Христа была и сила. Он ей мог воспользоваться. Помните, Он говорит, я сейчас могу 12 легионов ангелов позвать, и они тут разберутся с вами. Или же помните, когда пришли Христа брать, арестовывать там в саду, и спросили, Он, кого вы ищете? Он говорит, Иисуса Назарея. Он говорит, это я. И когда Он сказал, это я, написано, что эти воины, сильные, мужественные воины, отошли и попадали, как будто кто-то, знаете, когда на это боксирует, и как ударит его, он только раз и упал. Христос сказал, и все они попадали, как будто кто-то на ринге им нокдаун сделал мощнейший. От одного слова, это я.
Это очень важный факт, братья и сестры. Этот факт говорит о том, что Христос имел способность остановить свои страдания в любой момент. Но Он этого не сделал. Ему было очень тяжело, но Он проявил смирение и послушание воле Своего Отца. Это был новый опыт для Него. Он никогда на небе не испытывал ни боли, ни горя. Но Он учился. Он учился в страданиях не роптать, нести их. Он показал полное послушание Отцу. Сын Божий, находясь на небе, никогда ничего подобного не испытывал. Он находился в состоянии торжественной радости, славы. Скорби и страдания, с которыми столкнулся он на земле, это был новый опыт для него. Он не знал, что значит испытывать скорбь, боль. При этом, кстати, он не пытался избежать скорбей и болей. Он не пытался их убрать из своего, знаете, земного расписания. Я сделаю это, а этого можно не делать. Мы вычеркнем это. Здесь сказано, что он учился в страданиях. Он навык послушанию. Послание к евреям также звучит призыв смотреть на Христа в 12 главе 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Во время испытаний очень опасно смотреть на людей, потому что они могут показать нам плохой пример. Автор послания к евреям призывает: «Смотрите на Христа». Ему по праву принадлежала радость, но он добровольно претерпел крест. Страдания могут принести нам сомнения, они изматывают нас, они забирают много духовных и физических сил, они приносят в нашу жизнь печаль, разочарование и горе. Все эти неприятные обстоятельства, они порой приводят нас в состояние уныния или даже депрессии, но во Христе мы имеем источник подкрепления, взирая на начальника и совершителя нашей веры. У моей дочери есть надпись на дверях ее комнаты «Focus on Christ», что означает «смотри на Христа», сосредоточься на Нем. Не на людях, не на обстоятельствах. Он оставил нам пример в своих страданиях для того, чтобы мы смотрели на Него, не смущались, когда страдания выпадают на нашу долю. Итак, во время страданий нам необходимо с верой смотреть на Христа. Он страдал, как обыкновенный человек. Он не имел иммунитета от боли. Он страдал, чтобы показать нам пример, как нам переносить страдания, при этом не злиться и не мстить своим обидчикам. Его страдания были необходимы, чтобы нас можно было спасти. Именно через Его страдания мы получили наше спасение и надежду на вечную жизнь. Аминь. Второе. Нужно не только смотреть на Христа, нужно думать о Христе. Автор послания евреям, здесь же в 12 главе 3 стих говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это призыв не смотреть на обстоятельства, не заниматься самосожалением, «Ой, какая такая судьба выпала на мою долю» и так далее. Не смотреть на других людей, сосредоточить свой духовный взор на Христе, смотреть на Христа и думать о Нем. Послание евреям было написано верующим, которые столкнулись с трудностями, с гонениями со стороны иудеев, которые говорили: «Вы не такие, как мы», и со стороны римлян, потому что они считали о том, что это тоже не является их религией. Легко верить в Иисуса, знаете, когда все хорошо. Есть такая песня: «Сладко верить в Иисуса». Когда все замечательно, когда все прекрасно, легко верить. Когда здоровье прекрасное, работа оплачиваемая, жена любящая, дети послушные. Но когда приходят тяжелые испытания, тогда могут возникнуть сомнения у любого человека. Автор послания евреям призывает: «Помыслите о претерпевшем». Подумайте. Это слово означает рассматривать, размышлять, думать. Это слово говорит о глубоком размышлении. Оно включает в себя элемент анализа, рассмотрения. Это не легкое, знаете, поверхностное размышление. Кроме того, это повеление
по контексту оно призывает к элементу срочности. Когда приходит страдание в вашу жизнь, срочно думайте о Христе. Смотрите на Него и думайте о Нем, размышляйте о Нем, читайте Евангелие, где описываются Его страдания. Слово «претерпевшим» в 3 стихе и «претерпел» во 2 говорят о законченности Его страданий, об их результате. То есть все страдания имеют определенный период. Он их претерпел, Он их выполнил, Он закончил их. Это напоминание нам, что страдания не будут бесконечны, они имеют свой предел. Их нужно претерпеть. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Который переносит искушение. Он взял искушение и перенес его. Оно имеет определенный период, который нужно перенести. Христос – Сын Божий, Царь царей. Он был поруган, избит, оплеван, публично унижен и жестоко распят на кресте. Автор этого послания призывает, вы сравните, помыслите о претерпевшем вот такое над собою поругание от грешных людей. Вот вы возьмите, сравните. Можно ли то, что вас кто-то где-то обидел или как-то поступил, можете ли вы сравнить это, или даже если вас гонят, но он же царь царей, такое поругание от грешников понес. Можно ли сравнить степень ваших страданий со страданиями Христа? Никто из людей не переносил страдания, равные тем, которые перенес Иисус Христос. Никто не был так унижен, как Он. Это повеление, чтобы во время бедствия не смотреть на людей, которые живут в благоденствии, но смотреть на избитого и униженного Христа. Он святой, безгрешный, был несправедливо обвинен, оклеветан, приговорен к смерти вместе с разбойниками, но он претерпел такое поругание над собой от грешников. Он был поруган. Размышления о страдающем Христе, посмотрите конец 3 стиха, они помогают нам во время страданий, чтобы вам, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. В новом переводе, русский перевод Новой Библии, звучит этот слог, перевод так. «Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа». Мы склонны себя сравнивать с другими людьми. В трудное время мы делаем это с особым пристрастием. Автор призывает смотреть на страдающего Христа, думать о нем, чтобы наша вера не ослабла. Это особенно очевидно, когда избивали Стефана, первого мученика. В последние минуты своей жизни он вспоминал Христа. Он не проклинал тех, которые бросали в него камни. Он как будто не чувствовал боли от этих камней, которые бросали в него. Вас когда-нибудь бросали камнем или нет? Бывало. Ребята в основном. Я до сих пор помню, я еще смотрел на него, он так летел, и так раз мне по голове. Шрам остался до сих пор. Представьте себе святой и праведный Стефан, который полчаса тому назад видел Бога, и вдруг в него бросают камни. Эти грешные люди, исполненные злости, они в него бросают. В этих страданиях он не ожесточился, потому что он смотрел на Христа, он думал о Христе. Он проявил себя как настоящий верующий. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, чтобы все слышали, те, которые бросали в него камни, «Господи, не вмени им!» греха этого. Это были его последние слова. И, сказав это, умер. Стефан думал о Христе, не о себе в этот момент. И это дало ему силу не злословить своих врагов, но молиться за них точно так же, как это делал Христос на кресте.
Он сравнивал себя, не сравнивал себя с ними, но вспоминал и думал о страдающем Христе. Скажите, для чего Христос оставил нам заповедь, которую мы сегодня будем выполнять о вечере Господней? В чем ее цель? В чем сущность этого повеления? Именно для того, чтобы мы могли регулярно, время от времени размышлять, вспоминать о Христе и в этом благоговейном трепете думать о Его страданиях и о том подвиге, который Он совершил ради нас. Повеление о вечере Господней прямо указывает, что нам необходимо думать и вспоминать о Христе. В размышлениях и воспоминании о страдающем Христе есть благодатная сила, которая помогает нам, которая укрепляет нас, она помогает преодолеть какие-то испытания в нашей жизни. К такому размышлению призывал Христос своих учеников, когда оставил эту заповедь во время прощания с ними. Луки 22:19. «И, взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря, «Это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Обо мне думайте, когда вы будете совершать эту заповедь». Также и чашу после вечери, говоря, «Эта чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Это творите в мое воспоминание». Это указывает на то, что мы должны направить свое размышление на Христа. Когда Христос оставлял эту заповедь, Он указывает на символы, как символы страдания, объясняет их значение. Поэтому автоматическое или машинальное участие в вечере Господней не имеет никакого смысла. Мы всегда должны подходить к исполнению этой вечери с глубоким анализом своего сердца, смотреть его глубину. Христос призывает: «Думайте о мне, вспоминайте, какой ценой, дорогой, досталось вам спасение». Исполняйте это не просто как обряд, но размышляйте об этом великом значении моих страданий. Вспоминания о страдающем Христе должны производить нас глубокое размышление о том, что Он сделал для нас. Хлеб – это символ тела Христа, которое было истерзано, избито. Оно было принесено в жертву за наши грехи. Вино – это символ Его пролитой крови, пролитие, которое необходимо для искупления и прощения наших грехов. За вас проливается, за нас эта кровь была пролита. О серьезном размышлении во время участия в вечере Господней писал Павел в послании к Коринфянам, 26 стих, 11 глава. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это наша проповедь, это наше соучастие. Мы провозглашаем, что мы думаем о Христе, мы вспоминаем Его страданиях, и мы другим возвещаем, исповедуем о том, что мы во Христе, Он в нас, и мы исповедуем это перед другими людьми. Каждый раз, когда мы в этом участвуем. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, он виновен будет против тела и крови Господней. Участие в вечере возлагает нас ответственность, чтобы наше внутреннее состояние было правильным, для того, чтобы мы могли его анализировать. И в первую очередь, это работа нашего обновленного мышления. 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Испытание, анализ, размышление, воспоминание – это все работа внутренняя нашего человека, когда мы обращаем свой взор, свои мысли на страдающего Христа. Это проверка нашего внутреннего духовного состояния. Нам необходимо честно, в свете Слова Божия, страданий Христа посмотреть на себя. Для этого необходима искренняя духовная честность и никаких приглаживаний. Нам не нравится, когда нас обличают. Но когда мы сами понимаем, что неправы, то внутри у нас обычно начинается торговля. Ну, я ж не совсем так виноват, ну вот он и так далее. Каким-то образом мы пытаемся себя оправдывать.
29 стих, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Здесь Павел забивает последний гвоздь острый в сознание коринфян. Если мы недостойно участвуем, если мы не прониклись размышлением о Христе, мы не рассуждаем о жертве Христа, мы не думаем о Нем. Это ничего не значит. То, что мы делаем, это абсолютно не имеет никакого значения. Это не принесет никакого блага нашим душам. Это значит, что мы не можем, не должны относиться к ней пренебрежительно, но оценивать ее по достоинству, по тому достоинству, о котором брат читал, когда весь мир, спасенный мир в Откровении восклицает и говорит, «Ты достоин славы, Господи, потому что Ты был заклан за нас». Все эти призывы испытывать себя, рассуждать, судить, вспоминать, проверять свое внутреннее состояние, оценивать себя в свете жертвы Христа, они направлены на работу нашего ума, нашего сердца. Для того, чтобы все это исполнить, необходимо размышлять о страданиях Христа смиренно, в глубоком сокрушении, для того, чтобы понимать их великое значение, их особую ценность лично для меня. Все апостолы понимали это. Дух Святой побудил их в Евангелиях подробно описать страдания Христа, и это не случайно. Апостол Павел много раз напоминает в своих посланиях о страданиях Христа и призывает христиан думать о Нем. Вот одно из них только. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Не совсем удачный русский перевод. Посмотрите на английский. «This mind be in you». Буквально в оригинальном тексте слово «чувствование» – это слово «фронео» – «думать», «мыслить», «помышлять», «размышлять», «рассуждать». Ибо в вас должны быть такие мысли, такие размышления и такие рассуждения, какие во Христе Иисусе. Интересно, что это же самое греческое слово упоминается и в первых стихах этой главы, во втором стихе. «То дополните мою радость, имейте одни мысли». Вот это то же самое слово. «Имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны». Что же помогает христианам сохранять свое мышление в правильном состоянии? Ответ один – Евангелие. Важная часть Евангелия – это размышление о Христе, о Его унижении и о том, что я недостоин спасения и Божьей милости. В этом суть Евангелия. Чем глубже мы будем это осознавать, тем легче нам будет переносить любые страдания, любую обиду, любое обидное слово, любую горечь, любое страдание. Шестой стих. Он, будучи образом Божьим, то есть он реально был Богом, он не почитал хищение быть равным Богу, то есть ему не надо было это считать, что это что-то он такое себе присваивает. Нет, он был Богом, но уничижил себя самого. Его никто не унижал, он сам себя унизил. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Братья и сестры, покаяние. Что такое покаяние? Метаноя. Это перемена образа мышления. Верующий человек имеет в себе Духа Святого, он направляет свои мысли на Христа, он берет с Него пример. Сын Божий был послушным воле своего Отца. Как долго, братья и сестры? До смерти и смерти крестной. Посмотрите конец 8 стиха. Поэтому мы берем с него пример. Это была ужасная смерть. Ей предшествовали пытки, насмешки, издевательства, но он все претерпел до конца. Итак, что необходимо делать христианину, когда он переносит страдания? Смотреть на страдающего Христа верой, размышлять о нем, думать о нем, подражать ему. Ужас физических страданий Христа – дополняли его душевные муки. Потому что в тот момент, когда он страдал, все грехи, грехи всех людей были возложены на него так, как будто он их лично совершил.
И согласно того приговора, который был ему определен, раз тебе грехи людей вменены в вину, ты должен понести достойное наказание. Великий Творец, Бог, любящий Отец, должен был излить всю ярость гнева на своего любимого сына, и сын испил эту чашу Божьего гнева до последней капли. Знаете почему? Чтобы нам не осталось ничего. Когда Бог смотрит сегодня на нас, Он смотрит на нас через Христа. Он любит нас. Он не гневается на нас, потому что Он уже весь свой гнев излил на своего Сына. И этот гнев остался на кресте. Все наши грехи были пригвождены к Нему раз и навсегда. И это сегодня мы будем праздновать, братья и сестры. Это мы будем сегодня торжественно провозглашать. О том, что мы спасены, мы прощены, мы освобождены от греха, мы потенциально святые и совершенные во Христе, и мы ожидаем только того момента, когда мы переселимся в вечное царство. Аминь. Я предлагаю коротко, кто желает, помолиться Богу, поблагодарить Его или же просить Его об изменении своего сердца. Господь, мы Тебе поклоняемся. Мы признаем, Господи, Твое господство над нашей жизнью. Мы понимаем, что только Ты достоин, Господи, чести, славы и хвалы. Мы недостойны, Господи, того, что Ты сделал ради нас. Мы недостойны Твоего прощения. Мы недостойны Твоих страданий. Мы недостойны той вечной жизни, которую Ты приготовил к нам, той славы, которую Ты хочешь с нами разделить. Мы даже недостойны того, чтобы участвовать сегодня в вечере Господней. Наше достоинство, Господи, в Тебе. В Тебе наше достоинство. Ты достоин, и мы верою принимаем это достоинство. Мы верою принимаем прощение Твое, наших грехов. Мы верою принимаем о том, что мы дети Божьи, не только называемся, но мы ими являемся сегодня. Мы по праву, Господи, сегодня принадлежим Тебе. Мы не свои. Мы куплены Тобою, мы куплены дорогой ценою. Ты искупил нас, Господи. Искупил от этой греховной и суетливой жизни и вложил в наши сердца новый смысл, новое мышление. Ты призываешь, чтобы в трудностях, скорбях и переживаниях мы смотрели на Тебя, думали о Тебе, размышляли о Тебе, для того, чтобы получать эту благодатную силу в борьбе с мучениями, страданиями, переживаниями, бедствиями, горем, болезнями, которые выпадают на нашу долю. Господи, мы благодарны Тебе, что в этом наша сила, в этом наш мир. Ты сказал, придите ко Мне и научитесь от Меня. К Тебе, Господи, мы можем идти. У Тебя мы можем получать этот покой. Ты наша скала, Ты наш мир, Ты наше утешение, упование, Ты наше настоящее, Ты наше будущее. Славим Тебя, Господи, и поклоняемся Тебе, как Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.